Emine Duralı Yazıştırmanı da fark edin. Ham Tercümesi geldi. Tercümesi geldi. Dört arda sergen tercüme edin. O fikir alın desin sorun. Fikir alın desin. Задавайте вопросы, если вам что-то конкретно интересно. А дёрт пешкиден сора, пешкиден сора, цавак ойнуну формал характеризелемеюлар, формал ойн хисабелемеюлар. После крупного счета 5-1 может сказать, что этот игрок будет формальным. Никоим образом мы таким не можем так говорить. Мы можем говорить, что нас завтра ждет серьезная игра. Мы подходим к ней и готовимся, и подходим по всем составляющим футбола, скажем так, ожидая очень серьезную игру. Эсте Беледия Бельмази, мы сабахты доим юзил, и мы бойна ciddi şekilde hazırlaşıp oynaşacağız. Yani sabah biz de oynayacağız. Demek hazırda ruhlarını reşitleri ve meşk prosesinde de yarın yanınıza istinaz değil. Sabah da gol yarışı görebilirik. Сейчас примерно погода может быть дождь пойдет, а завтра может быть дождь голов. Град мечей. Голевой дождь. Можно мы видим? Ну, мы всегда хотим увидеть это и хотим играть результативно, и хотим забивать много голов. И я надеюсь, что мы сможем завтра показать очень результативную игру. Что вас больше сейчас? 4-4 чинатизе Эрдене и çoklu gollar bura. Ümit edilir ki sabah kadar. Birinci oyundan sonra kulüp prezidenti Salih Heydarov yeni legionerlerine Susan Seyoğlu için oyununa razı kalmıştı. Grigasyuk özün etti. Yeni transferlerden razıdır mı? Veyahut o transferleri indi kıymetlendirmek tezdir mi? Tez değil. Я уже понял вопрос. Переведите на меня. Я доволен. Я рад, что всем нашим приобретениям и надеюсь, что в дальнейшем они будут соответствовать всем нашим требованиям и помогут вам добиваться необходимых результатов. Кажется ли травяное покрытие на игре Гадали? Ну, мне сказали уже, что вчера была игра здесь, и она проходила под дождем, и поле немножко подпортили, но в целом здесь до этой игры, о которой я говорю, она здесь была в хорошем состоянии. Но я, честно говоря, вот то, что я сейчас вижу, я такой катастрофы здесь не вижу. Я думаю, что люди, отвечающие за подготовку газона, они сделают все возможное, что только можно. И, ну, судя по всему, я не думаю, что газон должен нам сильно помешать нам на соперника. Bildiğime göre zaten burada oynadık. Yavaş aslında olsun ve bu oyundan sonra meydan kurulu dalga kollaması ama gazona bakan kişiler yaygın tekniğine de razılar ve gazonun yaşlı kalma olacağını düşünürüm ve düşünürüm ki bu bizi ben size karşı ediyorum. Benim sualımın da var. Bir sual zaten elbette ki bizim bilir ki yeni oyuncular özlerini daha da yakın gösterecekler. Nöbet oyunlar. Очень удачно вечерин оставить то, что этим выходит следующий круг. Мы попадаем либо на венгров, либо на казахов. Для вас это не принципиальное значение, вы все равно. Я признаюсь, что я не видел ни одну, ни другую команду, потому я, скажем так, не вижу разницы. И мы будем понимать, насколько нам венгерская команда или отсюда. Я понимаю, что обе эти команды занята все мои мысли заняты завтрашней игрой, а не размышлением о будущих победах. Нет, я так не могу сказать, потому что по своим даже амплуа, если взять, это было более комфортной позиции.
позиция вингера, а Викс игрок такой в середине поля, такой подтянутый, нападающий, центральный полузащитник. Ну так можно. Про лидерство мы сейчас не можем говорить, потому что, чтобы говорить про лидерство, это определенное время. Спустя некоторое время мы можем, я вот не хочу, здесь могу как-то предметно отвечать на подобный вопрос. Üçüncü oyunun üçüncü golünde baktıklarında yani Dada pasmasını daha acayip gol oldu ama o teknikanı daha çok çekip güzel bir gol oldu. Yani bu maç mevsimini anlatılamış geleceğe de bir makamlarda gol vurmuyor dediler. Saray gol bir stabil pozisyon çekti. По этому поводу, потому что ну, подход футбольный он такой, если ты взял на себя ответственность и ты забил, никаких претензий вообще быть не может. Если бы, скажем так, у него не получилось забить, наверное, тогда бы могли что-то. Он спрашивает, что если завтра повторится, он же не забьет, претензий не будет, что он забьет. Нет, мы не можем предполагать, что завтра он не забьет, потому что я хочу, чтобы завтра он забил снова. Да, и я, собственно говоря, желаю ему и Дабо, и всем нашим атакующим футболистам, потому что я понимаю, что гол для любого футболиста, это он придает уверенности, он придает настроение, и чем больше голов, тем лучше. Karkalanan Sülki Aşaşoğlu'da olucu gol gördü. Eğer o gol olması bir dakika da hemen süre kurabilirce olabilirdi. Ve sabah ki onunla da böyle bir şey tekrarlansa elbette ki biz istedik ki o yine vursun. Biz düşünmürük ki onunla böyle bir zerbet aradı ve o vurabilmeyince. İstedik ki her bir oyuncu bu şeyde gol var. Aşaşoğlu bundan sonra da olacak. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Нет, я вообще такие сравнения я не